Всем привет, с вами я, Вадим Сена, и мы начинаем игру Rise of Industries. И сразу мы прошли обучение, а теперь мы можем взять карьеру и игроки и создание ректория. И много. Мир карты большой, правосторонний, но это набор настроек. Движение. Будьте осторожны с точными замками. Я одна модификатор очков на сложность. Магазин загрязнения. Изменение ландшафта. Стоимость отправки. Регулировать стоимость отправки транспортных средств. Содержание. Содержание. Сложность событий. Обычная. Доступных ресурсов. 100%. Бесконечные ресурсы. Да. Цены на продукты. 100% спрос на пунктах и стартовый займ 10 миллионов. Все вот такая вот и настройка в самом начале. Ну что, начинаем играть. И игра, в общем-то, очень мне напоминает игры, которые были в 2000-х, 1990-х годах, экономические, которые нужно все, что связано и должно быть. Ну, как я смотрел, то в общем-то как-то не так уж, ну, чем каждый продукт Норт Чикаго. И мы можем, мы сейчас же на паузе. Железная руда, рыба, уголь, рыба, косметик, видите? Рыба, конечно, там не очень. Им нужно выбрать городок, в котором мы сможем. Это всего много. Вот тут нефть, кстати. Газ. Тут рыба даже есть. В центре вообще ничего нету. Да уж. Давайте в Норт Чикаго, штаб-квартиру, обоснуемся. Что это, игра-симулятор промышленного производства? Постарайтесь узнать потребности города, прежде чем начать производственные продукты. Фермерский рынок. Рыба, сахар, куриное мясо, виноград. Пшеница, ке и яйца. Товары. И магазин игрушек.
Штаб-квартира есть. Фермерский. Тут пшеница. Какао, оливки. Рыба. Куриное мясо. Сахар. Наград. Пшеницу давай. Ну давай попробуем пока что-то. Посмотрим. Место сбора песка, водностанция. Водностанция точно нам понадобится. Дорога. Вот так вот. И ферму теперь можем строить. Так, пшеница нам, какао нам и виноград, да, это виноград, нет, это виноград, вот там чем, ягоды, можно делать ягоды не на плантациях. Ягоды – это виноград. Скот. А почему яиц нету? Ягоды. Виноград. Хорошо, хорошо. Полесборщики, инфраструктура управления, базовая доставка, станок грузовиков, грузовиков, направление. Бум-б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 ум. Хорошо. Позволит вам использовать поля для выращивания пшеницы, хмеля, картофеля и овощей. С учетом того, что город вырастет. Ну, воду нам придется, конечно, далековато возить. Как-то ты воду, да, не там разместил. Надо было воду вон там вот разместить. Мне придется здесь как-то обосновываться. Пшеница, да?
Все, в общем-то, поехали. Так, выбрать направление ферма. Фруктовый сад. Так. Тут фруктовый сад. Выбрать направление магазин. Этих мы подвязали. И теперь будут возить. И тут растет, да? 7 миллионов у нас уже. Что у нас еще есть? Уголь. Ты тут застрялся так, что шум мало не покажется. Нужно совершенно строительство.
5000. 449 тысяч. Тут пока никто никуда не выйдет. О, поехал. Это Приморский рынок. Пошел процесс. Сейчас посмотрим, за сколько они продадут. Да. А тут какао, а, тогда все окей. А то я уже подумал, блин, что-то ты не то. 22 тысячи. Протоны 134, стрижены 130, стрижены 113. 100 тысяч расходное исследование, 100 тысяч всего. 350. Выполнение зарплаты, контракта, кредита, штраф. Пока что в плюс не выходит.
конце месяца. Что в плюсе. Дальше лес готовится, можно и угля добыть там. Там же шин для дерева надо что-то. Запас в месте направления, минимум количество хранимых цикла. Направление вручную. Так, количество на складе пока что 0. Время урожая 10 дней, производство на прошлом. Данную зону действия этого здания. Для складов леса зеленых цветов выделены деревья, которые можно обрабатывать. Цвет выделяется те, которые обрабатываются сейчас. А что что-то, чтобы оно само поворачивалось. Ну, пока порядок. Вместе с грузовиком сейчас изучается. А
рыбу тоже. Хорошо, понятненько. Но это будет все, конечно, в минусе сегодня, в этот месяц. Но зато мы построили еще больше. Сразу вы повезли. Молодцы. Пока не доедут, будут. А это кто такие? Не знаю. Сейчас посмотрим. Семьдесят 9 000 прибыли. Мы сейчас глянем, сейчас все узнаем. Практически ничего не поменялось, да? Совершенно останка крузаков. Окей, спасибо. Рыба. Ну, рыба как раз такой район сделал сумки.
после здания. Прибыли. Почему прибыль не пишется? События происшествия, которые происходят в игре, некоторые события полезны, синие, а другие там красные. Оранжевые могут так навредить, так и помочь. Плохой уход. Государство не ухаживает за дорогами в регионе. Скорость движения в этом регионе снижена. 50% стоимость отправки, 50% дороже. Понял. Еще медленнее будет ехать. Соответственно, упадет у нас прибыль, и мы сейчас в минус пойдем. Так, нам сахар надо. Сахар, виноград, виноград у нас. Да, виноград у нас есть. Оливки. Оливки тоже. Не, это какао. Оливки. А, мы оливки еще же не изобрели, да. Плантации. Вот он. Вот он. Виноград включен в разведение кур, коров. Шмоческая ферма. Ага. Склад. Держабли. Используется в качестве центральных для распределения продуктов между зданиями в радиусе их действия другими складами с помощью запросов инфраструктуры. Понятно. Нет. Позволит уничтожить здание и дороги, получит возврат части ресурсов, потраченных при строительстве. Сбор песка. Угольная шахта. Уровень газовая, железный склад, лесная, нефтяная вышка, скважина. И причал рыбака, вышка. Поняли мы. Стоим. Туннели. Дороги. Понятно. С этим мы разобрались. На фермерскую рыбу мы возим. Это возим сахар. ТЦ. Так, здесь мы будем не хочу производство
это через стереотехнологии. Нет. Компания стоимость изменения ландшафта снижена на 43%. И происшествия, которые проявили. Стоимость изменения ландшафта снижена с ростом на 22 месяца. Ну, пускай забирают, а все, больше мнений. Ландшафт. Прошу на аукционе рекламная маркетинговая компания. Ну что? Да, надо будет как-то. Yeah.
хозяйственный магазин. Песок. Давай песок. Каучук. Газ. Хлопок. Кожа. Шерсть. Песок давай. Так, в песок мы подключили какао тоже, так что должно сейчас это, но мы там переключим, да? Сейчас мы посмотрим, какую прибыль мы уже получать будем. В прошлом месяце 317 тысяч минус. Из-за плохой рекламы продажи снижаются. Вам пришлось снизить цены на свои продукты. Эффективно цена рыбы на минус 25. Это старое правило отменено. Государство отменило старое правило, которое облегчало работу эффект. Содержание всех зданий минус 20. О, блин.
в квартиру. Вы видите модель 100 квартир. Вам нужно открыть еще 5 в специализации сельских хозяйств, чтобы открыть эту штаб-квартиру. Стал 280 текущий след. Понял. Ага. Займа. Осталось от заема 10 миллионов. Жесть, 120. Ежемесячный платеж. Все 3000. Вы можете изменить внешний товар, чтобы который разблокируете больше технологий. В общем, конечно, интересно, но как вы видите, тут чуть-чуть не подрезали крылья. Теперь будет расход еще больше. Смотрим. В прошлом месяце я 86 выросли прибыль. Итак, разрешение на строительство в этом регионе на 60 месяцев. Ежемесячная стоимость всех зданий снижена на 25%. В этом регионе. Это Грейсон Вэлли. Продавец Грейсон Вэлли. Грейсон Вэлли. Вот она. Это давайте. А, блин. А где? Блин. Вот мазафака. Провтыкал это. Уже куча машинок. Склад заполнен дотацией Норд Чикаго. А, тьфу, блин. Это что, он его назначил, чтобы он возил? Ёперный бабай. А что, мол, ты назначил? Фермерский рынок. А чё ты не возишь? Ну, количество на хранилище вывез. Ну, так назначен же.
воды много. Кстати, тут. Так, надо что-то придумать, потому что это не серьезно. 40. 5 за пол. Что отключить. Тут все успевать строить. Старое правило отменено. Стоимость содержания всех станет снизу на ну, давайте. Тысяч, ну, там мы снижемся, если станет снизу, ну, блин. Блин, Клинтон. Сена, 2 дня. $750. Еще King Space, может, сейчас. Industrialize. What mean? What the fucking the day? $900.
Ты выиграл? Рекламная кампания активирована в городской центр Чирико. И... Активность рекламной кампании 623. Всех станет снижена. А, это там. Это не здесь, блин. Ну тебе надо. Контракт. Можно? Магазин хаз товаров. Отношения. 10 миллионов. Фу. Зачем ты поминтровался за этот? Не надо это. Деньги потратить. А я государство управление. Доступ в регионе ресурсов 4. Еще ты их производишь. Да уж. Месяц назначен план насос станция. Понял. Обзор бюджета, общая продажа. То есть ты должен... Еще нужно 3 фермы.
Каучук. О, каучук нам нужен. Какой же каучук? Каучук он еще нет. Не разблокирован. Ну, пока виноград. Пшеница. Сейчас посмотрим. 157. Стоп, 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 стоп. Пиф. Процентная ставка по новым кредитам снижена с 40% с месяца. Green Springs. Семь тысяч. Отлично.
Личное исследование завершено. Оливки. Стоп. Стоп. Нет, сахарный тростник. Нет. Изменить рецепт, все неиспользованные ингредиенты будут выброшены, да. Да. Тут. Нет, вот это тут, да. Да. Так что, да, если, блин. Тростник, все. Двадцать пять тысяч, как-то маловато. Это тоже нужно есть, ё-матрён.
там все станы снизу на 19%, такая цинк. Мне интересует. Так, вода. Вода и пшеница. Так, пшеница, да. Уф-уф-уф-уф-уф. Ну, вместе. Женщина, вот. Если будет. Включи опцион. Компания Zinc. Ну, там вообще прям станет снижен на 2% на 11 месяцев. На 4.31. Отсутствие спроса на данному региону населенный пункт для местных стоимость разрешения эффективность.
Мистер разрешил 30%. Блин. Вот это ты... Капец. 30%. Вот это ты... Почему какао вот этот? Вывезем. -20 000. Сейчас поглядим, как новый месяц отработает. И потом еще один. Тысяч. Получит разрешение для региона La Loma de Falcon. Продукты пшеницы на пшено 26%.
12 000 сейчас прибыли. Пять месяцев. Миллион. Останется 13. Ну хорошо. Не стоит, блин, участвовать 26%, это 2 миллиона. Нет. Участвовать. Да я вообще. Thank you.
для региона Грейсон Вэлли. Часто. Тут какао. Сахарный тростник. Можно фабрика продукции различных фирм, например, хлопок, ягоды, состоять из таких тканей, как любые ткани, очень те, что шли на дорожке, шарики. Так. Что же мне? А что из оливок можно
15 месяцев тысяч. Прикольно. Производить оливковое масло на пищекомбинате. Пищекомбинат. Пищекомбинат. Да, можно. Я не хочу виноград. Погоди. Получить разрешение для региона Фореман. Чё он не хочет отличаться?
опять виноградники, вы сад вам. Замучился, блин, замучился. Нет. Да. Угу. Махасин. А ну проверь, ну, точно. Время для роста и мод. Какие продукты после их получения будут размещены в магазине? Если вы не хотите помочь населению пункту, он постарается вырасти самостоятельно или попросит поближе пунктов. Хорошо, сейчас, подожди. Не нужно. Папай. Заставьте на стенной панели. Доставьте туда.
15 кирпичей. Блин. Настенные панели. Стекло, металлозавод, фабрика для товаров для дома, кухонная плита, телефон, нефтяной автозавод, спешный завод, пивовая фабрика, консервов, пищевых напитков. Блин, Плотницкий центр, все это. Трубы, металлозавод, Плотницкий центр, металлозавод и Плотницкий центр. Железо, уголь, песок, песок есть, кирпич. Вот кирпич. Плотницкий центр, доски, трубы, стекло, металлозавод, стекло, медь еще нужно. Блин, это вообще... Те же доски, скотело, вот. Доски, да. Этот заводик нам нужен. Стенные панели. Кирпич.
Пицца, да. Лучше разрешение для регионов Петербург. 964, нет, конечно. Нам не надо. Какие-то так только. Никто тут не хочет с тобой. Так что вот это вот отмени. Пока тебе нафиг не нужно. Кирпичный как раз. Три ламинные панели. Доски тебе. В каком там порядке оно? Доски, медные трубы.
стоимость отправки грузовиков снижена по 100%. Кирпичный завод. И сюда. Песка, ну это песка 4. Это же вот этот контракт, я правильно? Что я тебе? Вместо этого заплатить 2,722 тысячи. Не. Развитие до класса деревни. Вот требуются инвестиции или выполнение всех перечисленных контрактов на продукты, чтобы достичь поселок. Для появления требуется для развития. Астроном, строительный товар, магазин одежды.
как-то уже веселее. Что ж, на этом я с вами попрощаюсь. С вами был Вадим Сена, игра Rise of Industry. Мы продолжим в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До скорого, всем удачи, всем пока.